Ставкин разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Итак, ребята, всем привет! Вот так вот я вчера стоял со вчерашней ночи, получается. Стоял вот здесь, это у нас что-то от Москвы километров, наверное, 30. Так, проверяем колеса, смотрим. Вроде все цело, там все цело. Запаска есть, кузов закрыт. Так, дальше идем, смотрим. С этой стороны. Так, гайки все на месте. Все на месте. Вот здесь я и стоял, ребята, на Газпроме со вчерашней ночи. Поэтому выезжаем и едем дальше. Проехал я вчера, ребята, МКАД в 3 часа ночи. Доехал до сюда. Запарился, встал возле Газпрома, потому что я уже настолько хотел спать. Я вчера так-то нормально проехал, мне осталось, сколько я вчера, 600 километров я прошел, даже 600, 650, то есть 320 километров мне осталось сейчас доехать до места выгрузки. Но доехать я не доеду, потому что у меня солярки, ребята, не хватит. А денег у меня наличных нету. Буду ждать, пока мне переведут деньги. Стану где-нибудь на стояночке, знаете, и буду ждать. А что-то я где-то стою, прям, наверное, я думаю, что перед Обнинском, наверное. Хотя точно не знаю. Пока я вчера ночью даже не видел. Где это? Ну, где-то... Ну, это Московская область, да. Это еще не Калужская. Не Калуга. Это Москва. Все, лечу дальше. Итак, пополнили дельник на Росавтодоре. Сейчас у нас должны работать рамки. Закинул 500 рублей туда-обратно. Я думаю, мне хватит. Больше не стал закидывать. Сейчас проверим. Час сказали постоять. Постоял час. Сейчас будем смотреть. Так. Ну чё, проверяем, как работает наш транспондер. Раз, два, три. Хорошие дороги мне написали. Работает наш транспондер-то, оказывается. Деньги есть. Это замечательно. А я пообедав, так как время стоял много времени, час где-то, даже, наверное, полтора часа, успел сварить себе обед. Так что едем. Итак, ребята, встречает меня город Брянск своей архитектурой. Видите, воинам-водителям памятник.
Дальше есть вот еще памятники. Вот автомобилей двух. 941-945 памятники. Так вот, Манчик припаркованный. Так что такой вот славный городок. Посещаю я с этой стороны, я еще не был. Так что все новое, все интересное. Смотрю, сам показываю вам. А я проверить машину, проверить туда, куда я еду вообще. Меня напрягает вот эта рессора. Но вроде она нормальная. Колеса посмотреть, как они носятся, видите? Потому что вот это я купил колесо. А, нет, это было, по-моему. В общем, вот это вот скоро подпойдет под замену уже. С рессорой надо что-то делать тоже. Тоже это не дело. Наверное, все на майских праздниках буду делать. Так, обойдем полностью со всех сторон, посмотрим, что и как. Вот, не горит один ходовой огонь. Что-то с ним. Что-то тут все расплавилось, короче. Ладно, приедем, разберемся. Интересно, почему они тут все сигналят? Они вот проезжают, получается, и сигналят. Может, какой-то у них тут определенный этот сигнал, подача, в общем, не знаю. Так, пройдем еще с этой стороны, глянем. Гаечки я бы подтянул вот эти вот передние. Поэтому приедем на выгрузку, там протяну. Так, с этой стороны у нас вроде... Вот эту я резину покупал, по-моему. Да. Да, вот эту резину я покупал. Ладно, вроде все нормально, так что поехал я дальше. Понял я, ребята, почему тут все сигналят. Потому что здесь стоит памятник воинам, погибшим водителям в Великую Отечественную войну. И поэтому люди, проезжая этот мемориал, этот памятник, обязаны посигналить. И я, как выполняющий роль водителя, также еду и сигналю. Очень интересно, конечно. Так что, на заметочку, ребят, кто не знал, я первый раз, вот, сам даже не подумал, что здесь такое может быть. Так, выгружаемся мы сегодня с этим же днем, не завтра утром. И выгружаемся мы боком. Так вот, у нас расчехлился я боковую. Сейчас начинаем вот так потихонечку каждую пачку выгружать. В общем, если бы я приехал минут на 20, говорят, позже, выгружался бы уже завтра утром. А я что-то так приехал, что рабочий день еще чуть оставался. Поэтому выгружают меня сегодня. Так, вот так вот он сейчас аккуратно будет их. Говорит, дальше будет легче. Вот эти первые тяжело. Ну ладно. Там зазор есть, посмотри. Да, да, есть. Thank you.
такая ювелирная работа. Давай, 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 давай. Нормально, нормально, места много. Вот там что-то маловато. Вот, все. Капец. И таким вот образом мы будем сейчас все выгружать полностью. Так что все показывать не стану. Давайте как последнее будем выгружать, я вам еще засниму. Потому что это, я думаю, будет очень долго. Еще маленько. Так, господа, все, рейс закончен. Меня выгрузили, я зачехлился. Машина грязная, капец. Капец чумазая. Все, я зачехлился, выгрузился. И сейчас встану здесь на ночь. Правда, не здесь, а возле охраны. И буду на завтра ночевать. А завтра будем искать отсюда груз из Брянска. Город Брянск, кто еще не понял. И куда-нибудь поедем, но скорее всего поедем на Москву. Так что загадывать не буду. Руки грязные, капец. Только что вот все закончилось, поэтому уже все разошлись, а я вот еще тут ковырялся. В общем, всем спасибо за этот коротенький видос. Надеюсь, что всем понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем, как обычно, удачи. Пока.